Татьяна Кизатова, велосипедист опытный, больше 4 лет крутит педали. Ошибки друзей и знакомых научили. Байк нужно защищать от охотников за чужим добром. Поэтому всегда с собой противоугонный замок. Фиксирует он не только раму, но и переднее колесо, что усложняет работу ворам. Очень часто я слышу о кражах велосипедов, поэтому, конечно же, более внимательно отношусь к тому, где оставляется велосипед и как его обезопасить от таких ситуаций. У моего друга украли в подъезде велосипед, но быстро очень нашли. Слава богу, все закончилось хорошо. О том, как сберечь байк, напоминают и милиционеры. Профилактические рейды – один из способов работы. Так, в поле зрения сотрудников Первомайского района несколько семей. Люди в форме в очередной раз рассказывают о правилах, которые помогут сохранить двухколесное имущество. Ведь велосипеды – очень популярное транспортное средство в наше время. К примеру, на семью с 2 детьми их приходится от 2 до 4. Ну, мое имущество всегда в целости и сохранности, потому что мой ребенок еще не очень умеет на нем кататься. Поэтому пристегиваем, а так в основном дома. Под присмотром меня либо отца. Поднимаю наверх и не бросаю нигде, и пристегиваю. Все. А у вас один семейный велосипед, да? Ну, у меня лично, да, у детей есть свои. На данный момент они катаются на улице. Но вообще они приучены к тому, что они смотрят сами. Если старший ребенок, у меня еще 20-летний дома, поэтому, если что, он им помогает поднимать. Я за своим слежу. Кража велосипедов, к сожалению, весьма популярное преступление. По статистике, за год доходит до 300 случаев. И это только в Могилевской области. В Бобруйске за 7 месяцев 2021-го зафиксировано 15 прецедентов. 7 в Первомайском районе и 8 в Ленинском. Основная масса краж велосипедов, она происходит в период времени с 11 часов до 22 часов. Данный вид преступления совершается в основном из подъездов домов возле торговых центров, либо магазинов. Велосипеды в основном не пристегнуты. Не стоит забывать и о последствиях. Согласно части 1 205 статьи Уголовного кодекса, за кражу велосипеда предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.